Особенности национальной бани. Вторая часть. Финская сауна. Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже, и раскрыть еще некоторые особенности национальной бани. А именно, что такое финская сауна? Это реально прекрасная оздоровительная процедура, если вы знаете, как ею правильно пользоваться. Из всех известных мне бань, это, пожалуй, самая коварная. И в чем ее коварство, вы узнаете прямо сейчас. В чем же состоят основные особенности финской сауны? Одна из особенностей – это то, что она не предполагает наличие опытного персонала, который вас сопровождает на протяжении комплексных процедур, которые вы сами себе прописываете. Иными словами, вы должны быть опытным банщиком, тогда все складывается. Тогда процедуры проходят безопасно, используя для вашего здоровья. Если вы пошли попариться в финскую сауну с семьей, то главные эксперты ваши – это ваши родственники. Оптимально, если у них есть сертификат опытного банщика, тогда вы ваше здоровье в безопасности. Если же нет, возможны разные сюрпризы, потому как осложнения могут возникнуть достаточно быстро и часто внезапно. И кто будет вам оказывать помощь? Конечно же, ваши родственники, либо ваши друзья, которые по счастливой случайности имеют диплом врача. Или диплом медработника, как минимум. И знают, что такое первая медицинская, врачебная, либо доврачебная помощь. Финская сауна, пожалуй, самая агрессивная тепловая процедура. Температура от 90 градусов по Цельсию со знаком плюс. Некоторые поднимают температуру до 120-130 градусов. И я вас понимаю, кажется, 90 это так, ну, как скорость движения на дорогах. Оптимально 90, но хочется как по автобану прокатиться. Но скорость на автобане определяет не ваше желание, а состояние дорожного покрытия. Состояние разметки, состояние знаков, которые помогают вам ориентироваться на такой достаточно приличной скорости. Вот кто контролирует скорость очищения вашего организма при плюс 130 в сауне? Это ваши друзья. Хуже, если вы пошли сам попариться. Вот здесь самые большие сложности, потому что контролировать себя вы не можете. Контролировать цвет кожи вы не можете. И тут самая большая опасность. Высокая температура, пожалуй, самая высокая из всех известных мне бань. И очень низкая влажность. При которой, да, вы не видите пот. И в этом коварство. Пот легко испаряется. Избыток пота может слегка стекать по коже. Основная масса испаряется. И вот здесь вы как бы не ощущаете очищение организма, если вы не находитесь в парной на весах. Да, вот там вы можете увидеть постепенное снижение веса и потерю воды, запасы которой вы должны были создать. Я не буду здесь повторять, как правильно подготовиться к финской сауне. Правила такие же, как и к русской бане. Нужно знать, как правильно питаться несколько дней до этой оздоровительной процедуры, чтобы она стала оздоровительной. Как правильно создать запасы воды в организме, которую вы потом будете тратить. Желательно до предпоследней капли. Последняя капля воды, которая находится в кровеносной системе, резко увеличивается вязкость крови, нагрузка на всю сердечно-сосудистую систему. И здесь уже лечебно-оздоровительная процедура превращается в, мягко выражаясь, неоздоровительную. Ваш уровень здоровья может жестко пострадать. Поэтому эти особенности национальной бани под названием финская сауна вы должны знать и правильно использовать. Тогда эти процедуры будут для вас безопасны. Ни в коем случае не следует пытаться превратить финскую сауну в русскую баню. Я имею в виду некоторые экстремалы для того, чтобы увидеть пот на коже. Они льют воду на нагревательные элементы. Резко увеличивается влажность,
Понятно, испарение воды из кожи прекращается, вода начинает стекать по коже. Очищение как проходило, так и проходит. Скорость вы увеличиваете этим и степень опасности для вашего здоровья. То есть вы уже движетесь не со скоростью 130, а со скоростью 130+. У вас просто сломался спидометр. И здесь опасность для вашего здоровья возрастает, опять-таки, если вы не знали, как правильно подготовиться к этим процедурам. Если же вы все знаете, прекрасно. Если же вам нужна дополнительная информация, я более 6 лет эксперт и член научно-методического совета Международной академии банного искусства, которая готовит профессионально банщиков. В Украине профессия банщик появилась после того, как эта академия показала необходимость ее. Очень много смертных случаев, когда кто-то парится по своему усмотрению, по приобретенному опыту. К счастью, человек остался жив. Многие приобретают опыт экстремально и расплачиваются своим здоровьем. В этой академике преподают, ну, пока не академики, но люди, которые десятки лет посвятили банному искусству и знают, где польза, а где возможен вред. Как париться правильно, как правильно чередовать различные процедуры. И такая возможность есть у каждого. Важно понимать, что лечебно-оздоровительный эффект в конце только после того, как вы все сделали правильно. Как в самой бане, так и несколько дней до бани. Знали, как правильно подготовиться в зависимости от того комплекса заболеваний, который у вас есть. Предугадать сложно. Современная медицина знает 30 тысяч различных болезней. Любые из них в любом сочетании могут быть у каждого. Потому что у каждого человека своя генетика, свои сильные и слабые стороны, свои сильные и слабые органы, системы органов и свой образ жизни уникальный. Все живут на одной планете, но ведут свой образ жизни в разных климатических, погодных условиях, в разных экологических условиях. И это, как говорится, ваш выбор. Для того, чтобы жить лучше и дольше, нужно правильно использовать особенности национальной бани. В этом видео я рассказал про сауну. Очень важно этим правильно пользоваться и беречь свое здоровье. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. Потому как части тех, кто просмотрит это видео, я надеюсь, сохраню не только здоровье, но и жизнь. А вы можете, поделившись этим видео, сохранить здоровье и жизнь кому-то еще. Если вы, конечно, не заинтересованы в наследстве своих родственников, отправьте им это видео. Жить лучше и дольше хотят все. А используя, правильно используя финскую сауну, вы можете получить дополнительный бонус по своему здоровью и по продолжительности своей жизни. До новых встреч на моих каналах!